Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, закончились новогодние праздники, пролетели эти 9 дней каникул. Мы были на отдыхе, вы были на отдыхе. Мы соскучились, и вы наверняка тоже соскучились по нашим выпускам «Удара». Поэтому не будем откладывать дело в долгий ящик. Мы начинаем. Поехали! Друзья, как вы помните, командный матч 5-5, который мы смотрели в последнем выпуске «Удара» 2016 года, этот бой оставил очень много вопросов для всех зрителей. Да что для зрителей, для меня, например, тоже. Всем было непонятно, чем было обусловлено такое поведение Антона Дерябина. Так вот, мы начинаем смотреть следующий чемпионат. Зимний бросок 2016. И на этом чемпионате Антон Дерябин решил объяснить, почему он так поступил со своим напарником Ронни Кримсоном. Да, сложный был месяцок после сотой опасной зоны. Да. Что, хотите узнать, почему я ударил в ванну? Да! На самом деле, виной здесь не рестлеры, не сам я, а виной здесь вы. Конечно, я могу долго говорить, что здесь все рестлеры делают все для вас. Это уже 150 раз слышали. Вам это уже интересно слушать. Я хочу сказать то самое, что действительно меня гложет. Я выступаю в независимой федерации рестлинга 10 лет. С 2006 года. Спасибо. И с самого дебюта я приверживался добра, справедливости, помощь друзьям, помощь союзникам. И всегда давая то, что вы хотите. Действительно так это было. Ну, если вы хотели этот матч, то этот матч будет. Но со временем я понял, что вам нравится жесть. Да. Да. Со временем я понял, что вам нравится, когда Слава Нескубин сейчас со мной друг, а потом резко атакует меня. И в итоге на разъезде все кричат «Слава!». Хилтон! Ну ладно.
есть Иван Марков, Локомотив и Джокер, которые убивают здесь нахрен друг друга. И вам это нравится? Они становятся друзьями, понимаешь? Нравится Константин Лопатка, который... Он плясал, этот парень просто плясал. А сейчас он выходит на ринг и просто застирает вас. Говорит, что вы идиоты, что вы лохи, а вы потакаете ему, вы: да, ты классный, ты клевый. Он говорит лично: заткнись, ну ты говоришь, ты клевый, ты суперский. Это знаешь, как называется? Это называется терпилы. Ну действительно вы хотите, чтобы я выходил сюда на ринг и говорил: заткнитесь, вы ублюдки, сами уходите домой. И вы пришли заплатить, чтобы увидеть меня, Антона Дерябина. Вы хотите этого? Вот именно. Чё? И почему? Почему же я удалил Роди стул? Хотите знать? Да! Не потому, что я встану на сторону зла. Не потому, что... Я хотел, на самом деле, хотел проверить реакцию, хотел проверить ваши эмоции. Я понимаю, что я сделал плохо. Я сделал плохо другу. Просто Рон стал заложником этой ситуации. И я не то, что не люблю, но мой друг, и... Понимаешь?
Пивсуна. В общем, друзья, я думаю, для каждого из нас концовка главного события, главного шоу. Сонный опасный сон. Показалась какая-то, ну, скомканная, да? Согласись. Мы с тобой ничего не решили. Итак, мне прекрасно известно, что сегодня вашего маленького сумасшедшего пёсика чури не будет. Он на заработок. А чем такой? А, нет, еще я знаю. И, к сожалению, не будет сегодня Сергея Белого. Что ж? Вообще насрать! Сегодня мы раз и навсегда решим! Буду ли я здесь главным? И будет ли моя группировка? И дальше отправлять нам всем жизнь! Это будет ли матч! 4-4! Вы уже любите жесть? Да! Это будет 4-4 новогодний гардероб! Хорошо. Готов? Это пригодится нам. Сегодня. Что ж, друзья, сегодня здесь главное событие этого вечера. 4-4 на выбывание. Хардкор матч. Новогоднее безумие. Готовьтесь отхватить. Что ж, друзья, Антон Дерябин высказал все то, что у него накипело на душе, но, что примечательно, он все-таки не бросил в беде своего товарища Ронни Кримсона. Ну и Михаил Никитин, который сделал зрителям вот такой сюрприз в виде рематча с сотой опасной зоны на зимнем броске 2016, нам предстоит увидеть
ну не сказать повтор, наверное, продолжение этой истории, которая вот уже теперь окончательно расставит все точки над «и». И, кроме того, это будет не просто матч, а матч по хардкорным правилам. Кстати, друзья, говоря о громких заявлениях, на чемпионате «Зимний бросок 2016» еще одно громкое заявление сделал один, ну, очень знакомый вам человек. Для вас Михаил Сергеевич выйдет, он для вас приготовил небольшую речь, поэтому прошу вас, любимый шампунь, бывший чемпион на первом месте, бывший командный чемпион, ринговодца, бывший чемпион в регалии, Михаил Макеев! Thank you.
Дамы и девушки, злобный американский агент, все уже поняли. Я объявляю ваших оппонентов. Они поломали Михаила Вахнеева. Сволочи! Михаила, который вот так амбициозно заявил о своих планах на 2017 год. И злобный американский альянс отправил его прочь с ринга. Ну, будем надеяться, что повреждения, которые вот наши злодеи нанесли Михаилу, окажутся, может быть, не сильно серьезными, и все-таки он вернется на ринг в ближайшее время. Но, тем не менее, злобный американский альянс уже на ринге, а сейчас к этому рингу выйдут доброманы вместе с Михаилом Никитиным. И что ж, друзья, давайте окунемся в новогоднее хардкорное безумие. Приветствую всех любителей независимой федерации рестлинга. И мы с вами начинаем смотреть главное событие зимнего броска 2016, а может быть и главное событие 2016 года. Это матч 4 на 4 по хардкорным правилам на выбывание. А к рингу уже выходит Антон Дерябин, многократный чемпион. И также по результатам голосования за 2016 год. Лучший рестлер года, лучший фейс года, участник лучшей команды года, а также человек, совершивший главный холли щит года. Да-да-да, мы все помним, и я тоже помню, как на опасной зоне номер 100 Антон Дерябин ударил стулом своего напарника прямо в самом-самом конце матча, может даже этим стулом, который он взял с собой. В шоке были все, даже Вадим Корягин, основатель независимой федерации рестлинга, после чего он взял, вышел и завершил матч, просто завершил. Но, как мы видим, Антон опять на стороне добра, и нас ждет месиво. И первым как раз вышел Антон, доказав тем самым, что он готов сражаться. Он готов сражаться против злобного американского альянса, который между делом находится за рингом уже. Но мы все видели с вами вероломное нападение 4 против 1 на Михаила Вахнеева. А вторым участником, как мы сами уже слышали, как многоуважаемый пресс уже сказал, является Дмитрий Орлов. Человек, который совершил, по вашему мнению, именно по вашему мнению, главный прогресс за 2016 год. То есть вы все заметили, как он от месяца к месяцу прибавлял. Поэтому, наверное, вы проголосовали. Ну что же, это был ваш выбор. Я не могу с ним не согласиться. Дмитрий Орлов последним примкнул, конечно, к группировке этой Доброман. Но, заметьте, он в финальном матче. Значит, на него все положились, включая Михаила Никитина. Так, а кто же будет у нас следующим? У нас выбор-то уже не видит. Либо Ронни Кримсон, либо Михаил Никитин. Итак, так. Ну да, это часть команды чемпиона. Ну, немаловажная часть. Это ярославский самородок Ронни Кримсон. Что же, на самом деле непонятно, где находится сейчас Сергей Белый, но для этого матча уже, наверное, и не так важно. Ведь на самом деле у злобного американского альянса тоже потери. Неизвестно, куда пропал Чую. Ну, вы знаете, тот придурочный парень, который неизвестно вообще куда мог пропаститься. Что ему пришло в голову, вообще непонятно. Но Ронни Кримсон уже выходит к рингу, у него в руках титул, и похоже, да. Это не петарда, это хлопушка, новогодняя хлопушка, которая в руках уже вроде бы, да, у всех участников Добромана. Ну и, конечно же, последний. Четвертым участником команды это генеральный менеджер независимой федерации рестлинга. Да, дорогие друзья, это Михаил Никитин.
Джейк возвращается на ринг уже второй раз, чтобы противостоять злобному американскому альянсу. Ха-ха, да смотрите, он еще и в колпачке, да он еще и светится. И в руках тоже у него петарда. Ой, нет, извините, извините, хлопушка. О, а уже участники злобного американского альянса в зрителях? Что-то они как-то расслаблены. Как бы им потом бы не оказаться вообще в зрительном зале и смотреть каждое шоу? Ведь Михаил Никитин-то если останется, он же устроит им Пуськину мать. Ну что, все участники Доброменов на ринге. Они уже готовы. И вот потихонечку залазят участники злобного американского альянса. Так, так, так. Ну что же там они? Напомню, это матч 4 на 4 на выбывание по хардкорным правилам. То есть вы сами понимаете, на ринге могут находиться хоть все. Никаких тагов. Абсолютное новогоднее безумие. Ну что же, мы ждем. Ждем. Ну да, только что раз озвучил главные правила матча. Если выигрывает зло, то Михаил Никитин уходит. Так, что-то Тиму вроде не нравится. А Ронни разглядывает свою хлопушку. И что же он делает? Смотрите, бубенцы! Он ему подпалил! Бубенцы! А! Все участники пытаются его так потушить. Что они делают? В глаза! В глаза! Боже ты мой! Началось. Все, безумие началось. Именно новогоднее безумие. Уже пошли в ход хлопушки. Так, уже за рингом дерутся. А! Антон Делябин тоже получает по глазам. На ринге Михаил Никитин и Тим. Отличнейший коузло от Михаила Никитина. Да! Вот таким должен быть генеральный менеджер. И говорить, и делать он умеет. А пока за рингом происходит массовая драка. Так, 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 так. Лопатка уже на ринге. Что у него в руках? А, клавиатура? Михаил Никитин, стоит обернуться. Ай, не стоило ему оборачиваться. И вторая клавиатура. О, боже ты мой. Суперкик. Двойной суперкик. Неужто это все? Не верю, не верю. Раз, два, три. А, Михаил Никитин выбывает из матча. Как-то быстро. Быстро генеральный менеджер. Ну, понятное дело, он не привык еще выходить на ринг и драться всерьез. Но все-таки как-то уж очень больно-таки быстро. Да и ребята что-то его не подстраховали. Ну ладно, лопатка и Тим уже радуются на ринге. Так, 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 так. По-моему, они слишком долго радуются. Вот-вот. О, живот! Так, и что же делает Дмитрий Орлов? Ого! Вертикальный суплекс. Falcon Arrow! Передний суплекс и сплэш! Вот это бутерброд! Из представителей злого американского альянса. Но-но-но-но-но, смотрите, смотрите! У Лео и Фредди в руках лестница! А ребята-то не видят! Оу! Антон грамотно все сделал! О, Биг Бут в лестницу! Ну что это? Он же тебя даже не замечает! О, в живот! Да. Вот, и вдвоем утрамбовывают. Так, еще и лестницу поставили. Что они хотят сделать? Лопатка предлагает его запустить в угол. Да ты же убьешься! А-а-а! Спина! Блин, от этого пострадали, похоже, все. Так, и что они дальше делают? А, начинают лестницу душить? Двойной дропкик! Вот это да, Ронни Кримсон, вот он совершил. Так, 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 Дмитрий Ржалов на третьем канате. Двойной кроссбанни! Вот это да. Вдвоем раскидали четверых. Так, Антон. Антон берет лестницу. Что же это? Это начинается карусели. Даже вертолет от Антона. О, Лео получил. Лопатка получил. Тим, это... А, нет, Тим тоже получил. Ай, Фредди получил. Все. Все прокатились на карусели от Антона Дерябина. Получили все. Можно заканчивать или удерживать. Так, ну они что-то еще готовят. Так, это поднос. Я четко это вижу. А что же это? Это елочные игрушки. Так, 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 так. Что же они хотят сделать? Опа, лопатка промахнулся. О-о-о-о! И Blue Thunder Bomb прямо на игрушки.
Эх, больно тебе, лопатка, больно? Нехрен злые вещи совершать. Давай, Антон, удерживай его. Раз, два, нет, Тим спасает. Ну, и за это получает от Дмитрия Орлова. И от Ронни Кримсона. И сразу от Антона Дерябина и Дмитрия Орлова. Молодцы, слаженная командная работа. Но Фредди уже на третьем канате. Фредди на третьем канате. И это... Мунсолд! Да прямо на ноги. Да вы смотрите, сразу один завалил двоих. Оу! Но сразу же и получил. И... Бросок олимпийца. Да, Лео тоже не выкомшит. Куда он полез? Куда он полез? На ринге все только лежат. О, смотрите! Кендостик! Ноги! Еще раз ноги! И удушение. Прям работает как сотрудники милиции. Точнее, полиции. В общем, не важно. Главное, чтобы не оставлять следов. Так, 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 так. Что это собирается делать? О-о-о! Прощай, Ронни. Если он попадет, то все, хана. Но Лео попадает сам по себе. И получает еще немецкий. Одна ошибка в этом матче может стоить многого. Михаил Никитин уже совершил эту ошибку. А вот Лео тоже совершил. О-о-о! Напряжение сломало стол. У стола осталось только три ножки. Ну, я думаю, это не так страшно, ведь скоро стол падет смертью храбрых. И похоже, да, Лео падет вместе с ним. Но если только его не выручит. Что же это значит? Что значило это от Анатона? А это значило... Бомба! Сквозь стол! И стол, все, стол не выжил. Не смогли они спасти стол. Раз, два, три. Лео выбывает из матча. И матч остается 3 на 3. Так, 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 что у них в руках? Биты! О-о-о! Пошла обработка битами. А вы помните, что недавно, абсолютно недавно, буквально пару месяцев назад, точно так же битами были избиты Антон Дерябин и Дмитрий Орлов, и Ронни. В общем, были избиты все, опять представители, все. Да, Антон Дерябин и Дмитрий Орлов, тогда Ронни Кримсон тоже отсутствовал, кстати. Странно, почему? Так, что у них в руках? Ага, они взяли еще оружие. Они собираются запустить Дмитрия Орлова на Тима, у которого в руках поднос! Звука не было, но поднос уже разломался. Да, и острые углы. Надо посмотреть, не порезался ли Дмитрий Орлов, а то всякое может быть. Мы же не хотим, чтобы кто-то выбыл в результате большой кровопотери. Так, они, видать, что-то ищут еще. Но Ронни еще и заламывают. Так что у Ронни есть два шанса. Либо сдаться быстрее, либо получить по башке. О, что же это? Формочка одна. Формочка другая. И сразу две. Дорогие зрители, если вы думаете, что эти формочки мягкие... Я вас заверю, что это не так. Вот пойдите домой, посмотрите этот матч, возьмите у мамы эти формочки и вдарьте по себе. Поверьте, вы ощутите эту боль. Оу, еще и ведерком досталось. Все. Просто с Новым годом, как вот все кричат, сразу. Все есть. Это вот осталось только оливьеха и немножко им выпить. И это вообще типичная будет прям такая разборка на Новый год. Так, удержание, тройное удержание. Раз, два... Нет! Участники доброменов вырываются. Ну, не все-таки, не просто так же они были признаны лучшей командой года. Вот именно все те трое, которые сейчас в данном случае лежат. Ну, мне кажется, они сейчас контратакуют. Я даже больше, чем уверен. О! Да я провидец. И, боже мой, сразу три коронки! И пакеточка. Пакетный пайл-драйвер от Антона. Неужто это все? Неужто злу конец благодаря только одной маленькой оплошности? Раз! Два! Все вырвались. Просто вырвались все. Матч продолжается. Не выбыл еще никто. Ну, от этого уж только интереснее. Что же будет дальше? Я даже и представить не могу. Так, Антон. Антон, походу, уже что-то задумал. Да-да-да, и Дмитрий Орлов уже что-то задумал. Не просто же так у них ведерко. И кто же будет обладателем удара этим ведерком? О-о-о! Фредди Мачете. Смотрите, проломилось аж донышко. И
Есть! Прямо на ведро! Вы смотрите, от ведра почти вообще ничего не осталось. Но Фредди еще жив. И что же это будет? Ронни Кримсон лезет на третий канат. И... Фрог сплэш! Через стул. Бедный Фредди. Похоже, у него внутренностей не осталось вообще. Три! Фредди выбывает из матча. Итого мы получаем 3 против 2. Ну а что-то... Обернитесь! Эй, обернитесь! Суперкик! Двойной суперкик. И... Еще один двойной суперкик! Так, Антон заметил. Промах. Хайкик! В колено! Суперкик! 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 И... Суперкик! Сколько можно? О, лопатка тоже уже понял, видать, что слишком много суперкиков. Но... Что? Суперкик! Ну, еще покрасовались, только не заметили, как получили суперкики! Дорогие друзья, я предлагаю вам посчитать, сколько уже было суперкиков. Вы представляете? Мне кажется, за только последние 2 минуты их было сделано больше чуть ли не чем за год. Так, что у Ронни в руках? Это еще одна игрушка. Елочная игрушка. Так, так, так. О, он его облизал. В рот! Фу-фу-фу-фу-фу! В рот! И? Суперкик! Похоже, Тим начинает задыхаться. Суперкик ему куда-то хорошо вбили. Лопатка, давай, выручай, это же твой напарник. Плюй! Плюй быстрее! Фу, молодец, спас. Значит, лопатка хоть знает, как спасать. Ну, все-таки не зря лидер группировки зло. Так, а Дмитрий Орлов уже готовится атаковать, но... Переброс через третий канат и... Суперкик! Да это ж какой-то праздник суперкиков, блин. Так, неужто еще? Нет, Ронни ловит. Оу, хайкик по Тиму. Оу, крученый локоть. Да, похоже, зубы у лопатки уже улетели. Ну, они бы точно улетели, если бы не маска. Но, мне кажется, сейчас во рту у него не самые приятные ощущения. Так, Ронни Кримсон берет стул. Похоже, он что-то решил сделать не очень хорошее с Тимом. С чемпионом Москвы, между делом. Американец, который чемпион Москвы. Это кроссфейс через стул. Тим орет, но не сдается. Тим орет, но не сдается. Так, 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 а где же лопатка? Где же лопатка? Он что, оставит такой... Так, все... А, нет, уже все. Лопатка, ну, лопатка, как всегда, сзади, но со стулом. Блокирует удар. Живот. По спине. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это было больно и неприятно. И что это? Он готовится на мексиканскую бомбу? Оу, прямо на стул. 2, 3. Ронни Кримсон выбывает из матча. Заметьте, что Константин Лопатка сделал это с небольшой амплитудой, но прямо ровно на стол. Так что, мне кажется, у Ронни Кримсона как минимум сотрясение. Так что, дорогие друзья, это... Вы понимаете, какой градус борьбы? И вот они все встают. Их осталось 2 с каждой стороны. То есть всего 4. Да, 2×2 это ровно 4. Уроки математики на канале Независимой Федерации Рестлинга. Так, как так? Так, ну что-то пауза немножечко затянулась. Я понимаю, ее уже надо бы как-то нарушить. И что мы получаем? Да! Обмен ударами. Прям злостный обмен ударами. Уже какая минута матча, они все еще бьются. Так, пауза. Разбег. И стоп. Ну, это разумно. Это разумно. Перекрестный четвертной суперкик. И Антон упал тоже. Все 4 лежат. Вы представляете, 4 суперкика сразу. И все наповал. Зубы наповал. Рестлеры наповал. Но, замечу, нету отчета, потому что это матч без правил дисквалификации. Поэтому никто им считать не будет, поэтому им надо вставать, что и делают Лопатка и Антон Дерябин. Так, еще Дмитрий Орлов встает уже.
Так, Лопатка все-таки хочет разобраться с Антоном Дерябиным. Все-таки он рассчитывал, что он вступит, наверное, в зло. Но, о, и что, один против двоих? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Прямо по яичкам. И что это? Имплайер и крысель удачи? Сразу? И удержание? Раз, два, три. Вот так вот. Вот так вот, дорогие друзья. Матч из двое на двое превратился в один на один. Да, и Лопаткой показывает Антону, что сейчас будет один на один. То есть, все решится между ними двумя. Больше нету помощи со стороны. Все уже получили люлей. Так что сейчас посмотрим, кто кого. Зло? А, они говорят, давай, ударь меня. И бьет первым зло. И отвечает добро. И опять хочет ударить зло. Но отвечает добро. И опять зло. И добро. Зло? Добро. Так. Злобный удар. Добрый удар. Добрый удар. Добрый удар. Запуск. А, я знаю, что это. Это супер-мега комбинейшн. И клоузлайн. Крученый клоузлайн. Или, как говорил Вадим Корягин, шлагбаум. С разворота. Раз. Два. Нет. Нет. Лопатку, видать, не удержать просто. После обычного клоузлайна. Но, вот и карусель. Нет, Лопатка спрыгивает. Имплайер. Все? Нет. И карусель будет? Карусель состоялась. Все, Антон, давай. Удерживай. А то Лопатка, вот. Лопатка уже укатывается с ринга. Подлый, но правильный маневр, чтобы не проиграть. Участники злобного американского альянса выбежали на ринг. И они все вместе сбивают Антона Дерябина. Неужто они уже все отошли? Но Тим медленнее всех, видать, ему еще, конечно, как следует от карусели-то отходить. Но между делом четверо против одного. Вы понимаете? О, так, поднос и Тим. Раз удар. Два удар. Три удара. Да уже ничего не осталось. Так, и что же дальше? Что же дальше? Так, ну четверо против одного все-таки нечестно. Где ребята-то остаются? А, имплайер! Неужто это все? Неужто все? Михаил Никитин, конец. Раз, два, нет! Что происходит? Тим уже в истерике кричит. Почему судья не считает так быстро? Но Антон Дерябин вырывается. Вы понимаете, вырывается. Он будет биться до конца. Вот они наконец-то выручили. Эх, слишком поздно, но все-таки давайте, ребята. А то уж слишком мне сейчас... все. Ронни Кримсон решил уравновесить все это стулом. И Дмитрий Орлов тоже. Так. Ну, теперь более-менее все честно. И участников злобного американского альянса уже нету на ринге. А на ринге остается только... Константин Лопатка, Антон Дерябин, Дмитрий Орлов и Ронни Кримсон. Нет, Дмитрий Орлов тоже выбывает. За ринг пошел. Так, Ронни Кримсон со стулом. Так, дежавю, что ли, с сотой опасной зоны? Кого он выберет? Антона или Лопатку? Антона или Лопатку? Только не Антона! И он выбрал Лопатку. И прям, смотрите, стул аж повис. И Лопатка тоже обвис. И карусель удачи. Тим еле-еле уже покидает здание. Так что все, до свидания. Аривидерчи. Так, но, по-моему, это не все. По-моему, не хватило одной карусели удачи. Ну все правильно, он же может вырваться, надо все-таки добить. Так, и это лестница. И неужто Антон хочет сделать прямо новогодний подарок для Константина Лопатки? А именно, прыжок с лестницы? Между делом, это выше, чем третий канат. Это опаснее, чем третий канат. И это больнее, чем с третьего каната. И что же, ну. Увернется или нет? Супер-мега-пупер-сплэш! Раз, два, три! Прощай, злобный американский альянс. В 2017 году мы с тобой не встретимся. А вот лица победителей. Победители этого матча. Победители этой вражды. Длиной чуть ли не в год, а может даже и более. Это Антон Дерябин, Дмитрий Орлов, Ронни Кримсон, Михаил Никитин,
Так что, вы понимаете это, да? Вы понимаете? И где-то там довольный Вадим Корягин. Ведь он все сделал правильно, значит, на сотой опасной зоне. А именно, когда вышел и высказал все Антону, который чуть ли не совершил, возможно, свой главный проступок за всю свою рестлинг-карьеру в НФР. Да, он ударил Ронни Кримсона. Но между делом, смотрите, все он подумал, как правильно сказал Вадим Корягин. Он подумал и понял, что не стоило было этого делать. И теперь кто празднует победу? Вот именно, Добромены. А злобного американского альянса мы с вами больше не увидим. Так что вот так подошел к концу 2016 год для участников Доброменов и для участников злобного американского альянса. Сами понимаете, наверное, настроение у всех разное, но мы с вами должны порадоваться. Почему? Мы увидели прекрасное зрелище. Мы увидели новогоднее, хардкорное безумие. И это еще не все. Ребята готовы, видать, праздновать. Что это? Хлопушки? Да, хлопушки. Они раскидывают хлопушки зрителям, чтобы те порадовались. Ведь они так болели с самого начала и до самого конца. И никто не смог уйти с этого матча. Да вообще, как можно было уйти с такого матча? Пошло празднование. Ну, давайте. Да, хлопушки, конфетти, все сразу. Вот это я понимаю. Новогоднее настроение. Причем хорошее, ведь хорошие парни победили. Да, они должны были по-хорошему победить. Ведь сколько можно было получать от этих вот гаденышей, я не знаю, как их еще назвать, гаденышей из злобного американского альянса. Но все, про это больше можно не вспоминать, а можно только порадоваться за хороших, добрых доброменов. О, и игрушки пошли раскидывать. Ну все правильно. То, что не сломали об этих засранцев, можно и людям, которые пришли на это шоу, раздать. Пусть будут новогодние сувениры. А вы бы хотели получить такой новогодний сувенир? Скажем, от Антона Дерябина, от Дмитрия Орлова или вот от Ронни Кримсона? Честно, я бы хотел. Пойду еще сейчас, вот после того, как с вами закончу, пойду попрошу, может что-то осталось и для меня. О, Ронни даже не забывает про зрителей со второго этажа. Это все правильно. И еще раз правильно. Ведь ребята остаются добрыми до конца. О, ребята уже радуются. Ну все, забыты обиды. Все, можно и порадоваться. Теперь все друзья. Осталось только узнать, что же с Михаилом Никитиным. Почему он не выходит на ринг? Видать, значит, может, получил какую-то травму. Может, сотрясение. Ну, это мы уже узнаем чуть позднее. А пока все. С вами была Независимая Федерация Рестлинга. Вы смотрели матч с Зимнего Броска 2016. Увидимся с вами скоро. Друзья, я прям вижу через экран, как многие из вас сделали такой вот жест. Yes! Что? Все! Нету больше злобного американского альянса, нету группировки зло, нету команды «Надежда Америки». Эти коллективы прекратили свое существование. Ну, что ж, хочется пожелать им удачи в их будущих начинаниях. Ну, если не хотите, можете и не желать. Ну, вы знаете, кстати, друзья, вот эта заминка, которая была у Ронни Кримсона, когда он раздумывал, ударить стулом или не ударить, но она показывает, что и в стане хороших парней тоже не все очень радужно. И Ронни, возможно, все-таки не забыл свои обиды на Антона Дерябина. Но об этом мы узнаем позже.
Друзья, мы переходим к нашему традиционному розыгрышу призов. И на этой неделе независимая федерация рестлинга и наш постоянный спонсор интернет-магазин «Звучит круто.ру» разыгрываем внутриканальные наушники Away черно-красного цвета. И сейчас наша машина «Бездушный робот» выберет победителем одного из подписчиков нашей группы. Кто же это будет? Сейчас узнаем. Мои поздравления победителю. В ближайшее время я тебе напишу через ВКонтакте и договорюсь с тобой по поводу отправки тебе твоего приза. Ну а наши розыгрыши продолжаются. И на этой неделе мы с вами разыграем внешний резервный аккумулятор. Большой, мощный, белого цвета. Штука, в общем, очень полезная. Для подзарядки мобильных устройств, вашего смартфона, ну, в общем, чего хотите. Друзья, для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вы, как обычно, не должны делать ничего, кроме двух вещей. А. Состоять в группе НФР ВКонтакте. И Б. Репостнуть из этой группы себе на страничку вот наш выпуск удара. И не удалять его до подведения итогов. А итоги мы, как обычно, подведем через неделю в следующем выпуске. Дерзайте! Друзья, и не забываем про наш интернет-магазин iwf.всемайки.ru. Только там вы можете купить фирменный мерчендайз НФР. Майки, футболки, толстовки, кружки, значки, коврики, чего там только нет. И все это связано с рестлингом независимой федерации. Так что, как только закончится выпуск, сразу заходим на сайт и выбираем, покупаем, пока товары есть в наличии. 21 января, суббота, Москва. Станция метро Домодедовская, КЦ «Авангард». Встречаем новый сезон нашего рестлинга с чемпионатом НФР «Опасная зона 101». Приходите и не пожалеете. Вас уже ждут такие матчи, как бой за титул чемпиона Москвы «Тим» против Сани Панкова. Останется ли титул у представителя США? Или перейдет на сторону России? Приходите на шоу, поддержите своих! Рейтинговый международный матч. Максим Кремнев, Россия, против Сержа Салиона, Ирландия. А также впервые в Москве бой за титул командных чемпионов NSW. Действующие чемпионы Лаборатория, проект X и Виктор Айзенхарт против команды Лос Пацанос, Антонио Эль Кампеон Дель Пуэбло и Ложкинский трактор Петруха. Станьте свидетелем истории. А также в карде заявлены матч за титул чемпиона НФР в тяжелом весе, матч за титул чемпионки НФР среди девушек. Плюс ожидается много других матчей, и некоторые станут известны только во время шоу. Заказывайте билеты уже сейчас, ведь в эту субботу вас ждет опасная зона 101. Переходим на вторую сотню, товарищи, и мы хотим, чтобы вы были в этот день с нами. 21 января, суббота, чемпионат по рестлингу «Опасная зона 101». Москва, 5 минут от станции метро Домодедовская, улица Генерала Белова, дом 18, КЦ «Авангард», начало в 18.00. Подробная информация по телефону 8-903-591-97-17, а также на сайте Wrestling TV и в официальной группе НФР ВКонтакте. Ссылки в описании к этому видео. Что, друзья, и на этом наш сегодняшний выпуск удара завершен. Ставим лайки, делаем репосты, подписываемся на наш канал на YouTube, вступаем в нашу группу ВКонтакте, жмем большой палец вверх, не жадничаем. С вами был Пресс, и это было регулярное интернет-рестлинг-шоу «Удар». До встречи через неделю, друзья. Пока!